Ну и подробности операции сирийских вооруженных сил в провинции Алеппо, где накануне после длительной осады удалось прорвать блокаду двух городов. Сообщается, что армия Башара Асада действовала при поддержке народного ополчения. Сейчас войска преследуют террористов по всему фронту. По данным сирийских военных, боевики несут серьезные потери. В частности, уничтожены три полевых командира. Кроме того, армии удалось перекрыть основной канал снабжения террористов с территории Турции, по которому они подвозили боеприпасы и могли получить подкрепление.